тут замесили уже. Нормально. Так, ну доехали мы на место. Вот река такая беспокойная. Ветер прям сильный, еще и порывами такими. В точку попадать вряд ли получится. А это значит, что улов будет хуже. Так, вот так вот машину поставили. Тут будем сидеть, закидывать, ну, чтобы не так сильно дуло. Вон по воде видно, конечно, что она в жесткой ряби. Мать, будем рыбу ловить? Ну все, раскладываемся, замешиваемся и включимся, коли что будет. Вот у меня катушка новая. Волжанка Feeder Master 5000-ная на удочку 3.6. Жена разрешила купить. Точнее, не разрешила, а сказала, что ты мучаешься с этим брейном, этот, который выроб именно украинский. Вот правильно, вот не, это, не изделие, а выроб, блин. По-другому его не назовешь. И говорит, купи себе катушечку, пап. Я купил себе 5000-ную катушечку от Волжанки. Сейчас закину. Прям в прямом эфире первый раз. И скажу, как она. Прикольная или нет. Просто 3000-ные у нас есть. Мы их на 3,3, на 2,7 используем. Они вообще офигенные. Сейчас посмотрим, как будет кидать 5000-ная и как она будет выматывать. Блин, ну сходит вообще офигенно. Офигенно сходит. Так, сейчас я клипсанусь сразу здесь. Ну и потом буду дно промерять. А пока что выматываем и смотрим. Да, вообще песня, блин. Не, кстати, не сказать, что выматывает она хуже, чем выматывал Brain. Или лучше. Наверное, выматывает все-таки так же. Просто Brain выроб, реально. То клипсу срезал, то клипса шнур срезал. А потом я эту вокруг клипсы стал несколько раз оборачивать, чтобы не слезала. Эту клипсу вырвала. Ну, короче, блин, выроб одним словом. Не, все, я доволен. Feeder Master хорошая катушечка. Вот так вот. Мамань, ты что, поймала что-то? Это я еще отвоевала. Понимаете? Ой, классный зеленый. А так сопротивлялся вообще, как будто карась. Он да? Маленький на самом деле. Да, да, да. Давай посмотрим. Показываю. Глянь, хороший, грамм 400, да? 300, 400. Ну, 300 точно есть. Сопротивлялся вообще по-жесткому. Жестик? Ну, поздравляю, мать. Сколько метров? 30. 30? А я на 50 ловлю. Так, что, где? Что, где, куда? Что, где, когда? Да, да. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Веня, садок неси и эту одну, еще эту, рогатульку, садок и рогатульку. Веня, тебе даже не интересно было, да? Нет, видишь. Видишь, даже не интересно, как я кричала тут. И у меня что-то есть. Смотри, не упади. Сейчас бы обровку он какую-нибудь не завел, не за это. Ага. Мне что-то кажется, хотя я к этой катушке еще не привык, но мне почему-то кажется, что что-то неплохое. Смотри, Ваня, пускай. И мне кажется. А, это кажется. А, это Альбина. Да-да, это кажется. Давай, сынок. Ну, поменьше, поменьше. Он вообще хороший. Ну, неплохой, да. Прям чуть-чуть поменьше. Ну что, рады? Ага. Ну, пока сидим, не клюет. Так, замешал я вот такой вот Дунаев премиум лещ. Если честно, лещик очень любит вот такой вот именно... Ну, именно дунаевскую вот эту шняшку. Она ему очень нравится. Бисквитом она хорошо пахнет.
А замесил вот на вот таких вот двух аромках. Клубника и ананас. И получилось как будто тутти-фрутти. Вот я заметил по осени, вот по холоду, тутти-фрутти офигенно работает. Но тутти-фрутти не было, поэтому замесили вот так вот. Вроде бы подходит, потихоньку клюет. Ну все, заканчиваем рыбалочку. После того, после тех двух рыбок, что поймала мама и папа, больше ничего не поймалось. Не стали снимать, как все это складываемся. Ветер, холодрыга такая, дубак вообще жесткий. На лужах даже уже лед подернулся. Ладно, всем пока, до новых встреч, до скорых рыбалок.